Мурат Султанбеков – поэт, член Союза писателей и журналистов Казахстана, педагог, кандидат филологических наук, ученый, обоевед. В этом году исполняется 85 лет человеку, внесшему вклад в переводческую сферу. В Театре Абая в нашем городе прошел вечер поздравлений в честь писателя. В мероприятии приняли участие представители областного и городского акиматов, поэты, писатели, близкие поэта и жители города. Собравшимся отдельную хочу выразить благодарность. Спасибо землякам за теплые пожелания. За эти два дня приехали родные из разных городов. Все прошло очень хорошо. Даже сам был немного взволнован. Мурат Султанбеков внес большой вклад в литературоведение. Он перевел 11 песен Абая, ряд произведений Шакарима, таких как «Калкаман Мамыр», «Еңлік Кебек». Ну, папа постоянно, каждое утро он все равно что-то пишет, хоть и 85 лет. Вот. Было приятно вот эти два дня, все родственники собрались, все веселятся. Воспитал 5 детей. Кроме того, писатель внес свою лепту и в области драматургии. Историческая пьеса «Аттила» – произведение, вошедшее в репертуар театра. В ходе вечера друзья поэта, работники сферы культуры поделились своими мнениями о его произведениях. Мурат Султанбеков также занимал и преподавательскую должность. Как сказал Абай, тверже ногу, шагай смелей, и тогда не погибнет труд. Или же речи тех, кто учит детей, как зерно в земле прорастут. Вот все эти качества были в нем, и образцовым учителем, и хорошим семьянином был. Поэзия Абая Кунанбаева занимает важное место в духовной жизни казахского народа, в его литературе. Основной целью сегодняшнего мероприятия является организация торжественного вечера с целью популяризации образа жизни этой великой личности. В завершении вечера талантливому переводчику, писателю были вручены специальные благодарственные письма и почетные грамоты. Также на сцене прозвучали произведения Мурата Султанбекова. Талшын Шакыртхан, Шугал Султан Махмудова, Рушан Таубекова, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».